Добрый день, меня зовут Федосья, мы находимся в студии «Лоскут» на проспекте Чернышевского, дом 9. И сегодня у нас была поставка, и вот такие новинки, такой ткани у нас еще не было в ассортименте нашего магазина. Это полотно, по составу это хлопок 50% и бамбук 50%. Вот такая вот интересная фактурная ткань, идеально подойдет на какие-то летние пледы. Ширина у полотна, вот у этого мятного, 160 сантиметров, остальные полотна чуть поуже, 156 сантиметров. Разделения на купоны нет, то есть полотно идет с таким рисунком по всей длине, и вы можете взять такое количество, такой метраж, который вам комфортен. Если у вас, допустим, какая-то детская кровать или на какое-то детское изделие, вы можете использовать ширину полотна в качестве длины, потому что достаточно стабильное полотно, мягкое, очень приятное. Вот эти два полотна, они более такие рыхлые, если у вас есть домашние животные, в частности кошки, они, конечно, могут немножечко нанести урон этим полотнам. Потому что, вот видно, наверное, плетение достаточно такое мягкое и деликатное. Ширина 160 сантиметров и цена всего 2200 рублей за метр. Мягкое, приятное, и тактильно приятное, и глазу приятно. В общем, все, что нужно этим летом. Следующее это вот такой вот какао, чуть немножечко пожестче, чем мятный вариант, но тоже такой фактурный, достаточно объемное переплетение. Ширина у этого полотна 156 сантиметров. Дальше у нас два вот таких вот тоже мятные, но немножечко чуть другой оттенок. Вот с такими фактурными квадратами. Квадраты немножечко с перфорацией. Тоже мягкий, приятный. Состав такой же. Цена 2000 рублей за метр. Ширина 156 сантиметров вот у этого полотна. И у розового 154. И здесь мы уже, посмотрите, показали. Как можно обработать? Можно выпустить просто такую бахрому на тот размер бахромы, который вам комфортен, и закрепить просто закрепочной строчкой, либо самостоятельно, либо вы можете заказать у нас такую обработку. Мы с удовольствием сделаем вам вот такой вот красивый плед. Розовый у нас тоже стоит 2000 рублей. Торопитесь, метражи есть, но ограничены. Будем рады вашим заявкам нам в личные сообщения.